Всем привет! Сегодня в ремонте джип Компас. Будем ремонтировать перед. Вот в таком состоянии пригнали точнее, джип Компас с России. Накинули просто детали, чтобы проехать границу. Вот. Бампер оригинальный. Капот Тайвань, крыло тоже оригинальное, только от европейца, с поворотником придется отверстие для поворотника заварить. Ну, это вот основные повреждения. Вот здесь чуть-чуть. И сама рамка для бампера, крыла и фары вся деформирована и формы не имеет. Измеряю диагональ лонжеронов на всякий случай. Они стоят на месте. Но эта часть, как видите, тут еще куска не хватает. Повреждена довольно-таки сильно. Оторвана половина. Вот эти все формы не соответствуют оригиналу. Вот это я верхнюю часть отсверлил. Начинаю ремонт этой стороны. Делаю шаблон для замера углов по хорошей стороне. Делаю замеры диагоналей, расстояний и, если надо, дотягиваю. Опять замеряю
Если все нормально, продолжаю работу. Но прикрутил крыло для того, чтобы приварить вот эту вот маленькую детальку. Вот. Выставил ее по уровню, по длине. Ну и приварю. Ну вот, она приварена. Тут все готово. И прежде чем все собрать, покрашу эту всю внутренность красочкой. Ну что ж, поклюю. Вот, обклеил под грунт. Снутри тоже надо все грунтовать, потому что видно, он загрунтовал. Затер, обклеил. И осталось только покрасить. Ну вот. Эта часть покрашена. Сейчас можно скручивать остальные части. Прикручиваю крыло. Капот, фары примеряю. И навешиваю бампер. Вот. Кузовные как бы готовы. Осталось только покрасить. Ну вот, поклевал, загрунтовал, затер, обклеил, приготовился к покраске. Краска нового года, вот, поэтому придется красить в два слоя. Первый слой подкладка серый, поэтому двери заклеил для переходов, а замененные детали покрыл серой краской. Вот. Ну, затем расклеил, покрыл краской цвета автомобиля, расклеил и сделал переходы. Ну вот, как бы все покрашено. Осталось собрать, полирнуть и отдать клиенту. Ну вот, машинка покрашена, собрана, отполирована, немного помыта. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. Желаю всем удачи, подписывайтесь на новые видео. С вами был Артур. Пока!